Добавляем разных зеленых. Посмотрим, смотрим. Ну а что делать? Неинтересно же горох. Нет, это что, коралловый риф получилось. Можно сделать каких-то рыбок. Вот. Получится подводный мир. Меня сходит. Берем абсолютно произвольно. И фактура кораллового рифа. Добавляем, можно сделать еще кусками. И вот тоже подводный мир. Это может быть основа под нашу будущую корзину. Сейчас мы посмотрим, как здесь идет подготовка основы. Даже можем попробовать, что с этого выйдет. Сейчас, когда она будет снимать бумажку, вот это вот заснимешь. Можно снимать, да? Оставишь в том случае, если хороший результат будет, конечно. Сейчас мы увидим. Он должен быть хорошим. Ух ты! Некрасиво. Нормально. Очень не красиво. Та сторона бумаги, по-моему, была. Больше я хочу, вот не получается. Вот, вот этот пример. Да. И акриловой краской или мешать акрил плюс акварель. Это можно делать и масляной краской. Но знаете, да, сколько работы эту снимать вот этот результат со стекла, да? Угу. Сколько грязи, сколько материала дорогого. Когда ничего такого не было, мы так делали имитацию мрамора. Угу. Ну это я просто базой. Мы попробуем сюда красный алкоголь. Интересно. Мы же художники, мы же должны проводить эксперимент. Контрастный цвет. Да. И внутрь немножко. А синее на синем? Ух ты, это ничего не видно. Класс. Даже на яркое, да. Здесь получается белые пятна. На этой картине сначала мы делаем фон. Фон это абстрактная живопись, то есть мы красим сначала стекло, потом делаем оттиск. Если у нас оттиск сам по себе не самодостаточен, тогда мы его можем использовать только как фон. Мы дорисовываем здесь линии, которые у нас прорисовались, и тогда на этом фоне мы можем нарисовать какой-то предмет. Вот в фэнтези есть такая техника, вообще само фэнтези так рисуется, но называется совместимость несовместимого. Это когда мы совмещаем предметы, которые по смыслу могут совсем не вязаться. Это заставляет наш мозг работать и придумывать какие-то свои новые сюжеты. И таким образом у нас получается картина полусюрреализм, полуфэнтези. Прекрасно, прекрасно. Но это еще начальная стадия, конечно, понятно. Требует еще доработки более тщательной, но в результате это тоже получается картина, которая повторить практически невозможно. Не знаю, я вижу пейзаж. Класс. Пейзаж, пейзаж. Просто сфотографирую. Уникальная стадия оттиска из того, что у нас получилось.
Потом мы можем вглядываться в этот сюжет и дорисовывать то, что наша фантазия здесь считает нужным. Ну вот на этой картине мы просто немножко подчеркнули те образы, которые у нас получились. То есть мы здесь ничего не дорисовывали нового, мы просто подчеркнули только то, что у нас мы увидели. Вообще такие картины, конечно, нужно смотреть даже нескольким человеком, можно их разворачивать. И в зависимости от того, кто что видит, просто дорисовываем какие-то детали, которые создают нам конечный образ этой картины. Естественно, что это тоже какая-то фантастика получается, но тем не менее, опять же, такую картину повторить будет очень сложно. Ну что ты здесь увидела? Это, получается, какие-то мифические существа, которых мы не знаем. Ну, может быть, в мире существуют какие-то, но вот такие образы получились, по крайней мере. Здорово. Вот это можно как бы дорисовывать, конечно, бесконечно, фантазировать. Если вы потом картину эту оставите через некоторое время... Посмотрите на нее под другим углом, может быть, вы увидели бы другие какие-то сюжеты. Ну вот на данный момент это все пока так.